Привет, Наташа. Привет, Валерий. Куда приехали? Валенсию. Приехали в Валенсию. Называется город мастеров. Где все в необычайном стиле. Все в стекле. Вот здание отражается, покрытое жидким стеклом. Все тут. Это город искусства. Город искусства. Такие вот. Я даже не знаю, что. Музей справа. Тут вот бассейн рядом. И их осушают, чайками. Когда идут концерты. Когда идут концерты, его быстро, да, осушают. Все бассейны. Так, все бассейны делают. Спускают концерты. Других вон вот бассейнов на лодочках. Вот это вот музей физики. Тут всякие лучшие достижения физики, науки. Но мы прошли по-быстрому, ничего особо не посмотрели. Вон на том следующий бассейн на этих шарах. Hello. Вот тут мост какой-то вот этот крутой считается. Формы не пойму чего. Олег, отойди. Слушай, я уже убежал на полкилометра. Это музей океанографии и океанариум там. Все тут прикольно. Люди вот там берут лодочки, катаются на лодочках. Можно взять в прокат велосипед за 3 евро. Такой вот на четверых. 3 евро стоит. Двое спереди сидят, наверное, дети. Сзади двое крутят педали. Ну, тут какие-то вот непонятные фигуры, скульптуры. Тут какое-то валенсийское блюдо. Все нас на него пытаются. Говорят, очень вкусные, но что-то никак не решается. Так что, конечно, вид довольно-таки необычный. Говорят, этот участвовал, этот город искусств, в проекте фильм «Город будущего». Очень красиво. Как называется этот продавец? Не знаю. Арча. Арча Сахнал. Арча его называют. Наши соседи купили. Надо сейчас спросить.